Добрый день, меня зовут Максим Мазур. Я являюсь главным тренером города Алматы по триатлону. Триатлон – относительно молодой вид спорта и включен в программу Олимпийских игр в 2000 году. Также триатлон – довольно популярный вид спорта и в развитых странах входит в топ-10. Триатлон делится на олимпийский и любительский. Сегодня мы поговорим о самых маленьких начинающих триатлонистах. В триатлон входят три циклические дисциплины – это плавание, велосипед и бег. С чего же нужно начать юному триатлету? Путь триатлониста начинается с плавания. Этот вид спорта позволяет начать подготовку в раннем возрасте, так как менее травмоопасен. Ни для кого не секрет, что плавание развивает в спортсмене много положительных качеств, а также способствует развитию сердечно-сосудистой и дыхательных систем. При отсутствии медицинских противопоказаний тренировки по плаванию можно начинать с 3-4 лет. Первые тренировки начинаются с ознакомления с водной средой. Мы должны исключить страх у ребенка перед водой. Далее мы переходим к упражнениям, которые позволят научиться держаться на воде. Первое упражнение называется «Выдохи в воду». Задача при этом упражнении – набрать воздух на поверхности и полностью выпустить его под водой. Следующее упражнение называется «Поплавок». Это упражнение позволяет научить спортсмена задерживать дыхание под водой. Следующее упражнение называется «Звездочка». Это упражнение позволяет научиться спортсмену правильно держать баланс на поверхности воды. Следующее упражнение называется «Звездочка на спине». Выполняется так же само, как и предыдущее, с задержкой дыхания. После того, как мы научились держаться на воде, переходим к упражнению «Стрелочка». Спортсмену необходимо оттолкнуться от бортика и без работы ног проскользить как можно дальше. Упражнение «Стрелочка на спине» выполняется так же, как на груди. Основная задача – проскользить как можно дальше. После этого мы переходим к скольжению на груди и спине с работой ног. А на сегодня это все. До встречи в следующих выпусках.